Заказ готов. Вот так вот получился вот такой портмоне. Изначально заказчик отталкивался от этого такого размера. То есть он сам пользовался. Я отсюда вырезал магниты. Здесь получается 12,5 на 10 сантиметров. Получается идентичный размер. Получается, как заказчик попросил, чтобы монетница была снаружи. Так, на магнитах. Так, внутри получается раз деление для карточек, два деления и три деления. Также здесь раз, два, три. Можно и карточку сюда спокойно влезает. Вот здесь тысячная, также 5, вот видно, спокойно влезает. На магнитиках самое главное, что требовал заказчик, это чтобы были магнитики. Магнитиков у меня не было, и он дал мне свой старый портмоне, в который я вырезал. Пришло в негодность. Также монетница. Монет будет не столько много. Со временем кожа растянется. Также позади монетницы есть отделение для часто используемых карточек. Вот такое вот получилось. Кстати, я здесь использовал свое новое клише. Очкарика. Как здесь.